Нежный итальянский десерт, который будет состоять из 8 пирожных, покрытых и вокруг находящимся соусом шоколадным, который отвечает за большую часть вкуса без приторности, со сливочной нежностью и вполне адекватным составом, хотя не полезным. Также он не является детским, так как присутствует алкоголь. А вообще очень интересное и нежное лакомство, которую можно иногда брать на праздничный стол даже. Ну или так просто себя порадовать утречком с чаем или кофе, а может быть даже молоком. Алкоголь здесь ощущается, потому что поэтому детским он точно не будет. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, как пожелаете, и ждите новые работы. Всем спасибо и пока!